Виктор Вячеславович, скажите, пожалуйста, вот в связи с теми публикациями, которые появились по поводу механизма смены власти в Казахстане, какой конкретно сценарий вы можете нам описать? Как это может в реальности происходить? Алексей, я думаю, сценарий уже прописан давно нашим руководителем Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. И я думаю, что он будет проходить строго по его личному указанию, поскольку на должность исполняющей обязанности президента в случае ухода президента Назарбаева с должности будет назначено его лицо, которое будет предварять его политику в жизни. В соответствии с основным законом Республики Казахстан, Конституции, значит, там четко все расписано, прописано по каждой позиции. Первым в табеле рангов стоит председатель Сената Республики Казахстан, такая Мами сегодня занимает эту должность. Вторым идет председатель Мажилиса, господин Нигматуллин Нурлан. Третьим идет премьер-министр господин Ахметов. Поэтому, если говорить строго в соответствии с законом, то каждый из этих людей будет иметь право возложить на себя обязанности президента. Но я вполне уверен, что Кайрат Мами и Нигматуллин Нурлан, и Ахметов, премьер-министр Казахстана, в момент, когда понадобится утвердить исполняющие обязанности президента Казахстана, они просто сами по собственной инициативе откажутся, и каждый найдет веские доводы. Почему они будут искать веские доводы? Потому что в дальнейшем будет работать очень четкая программа «Разделяй властвуй». То есть действующий сегодня президент, учитывая то, что он переместится просто очень, так сказать, быстро на место лидера нации, который определил ему закон конституционный, и будет созерцать со стороны, руководить процессом по выдвижению собственного кандидата. И если вдруг тот же Кайрат Мами, у него появятся такие, я бы сказал, вполне положительные амбиции, что он захочет стать президентом Республики Казахстан, к нему будут применяться соответствующие, так сказать, меры воздействия. Если вдруг он отойдет от того сценария, который сегодня практически уже прописан.